8 утра, построение личного состава. Росгвардейцы на время принимают новичка в команду. Встать, строй. Командир раздает указания, зачитывает ориентировки. Каким будет грядущий день, полностью неизвестно. Сотрудникам Росгвардии нужно работать быстро. Преступники не дремлют и не отдыхают. И вот поступает неожиданный сигнал. Пора на выезд. Необходимо экипироваться в бронежилет, взять каску, оружие. И можно ехать. Через металлические ворота расположены справа и слева от здания техникума. Сработала тревожная кнопка, наша группа получила сигнал и движется на выезд. Росгвардейцы оберегают общественный порядок, не допускают правонарушений на улицах города, массовых мероприятиях и внутри помещений. Также они охраняют особо важные и режимные объекты, имущество физических и юридических лиц по договорам. Ваша работа заключается в том, чтобы все принятые под охрану объекты были в целостности, чтобы преступники, соответственно, не проникли туда. А также важность работы заключается, чтобы граждане спали спокойно, которые ходят по улицам, живут в нашем городе. Ни одному преступнику не скрыться от команды бравых росгвардейцев. Все действия отточены, движения доведены до автоматизма. Работают быстро, мешкать нельзя. Это может стоить жизни сотрудников и гражданских. Когда условный преступник пойман и задержан, расслабляться нельзя. Неизвестно, чем удивят правонарушители сегодня. Вот так сотрудники Росгвардии борются с преступностью. За 2023 год росгвардейцами выявлено 22 преступления, по которым возбудили уголовные дела. Сотрудниками вневедомственной охраны Росгвардии задержаны и переданы в органы внутренних дел 639 лиц, из них 16 находились в розыске. Светлана Карпухина, Даниил Сурков, Улправда ТВ.